Вы долго ждали этого момента, как и мы, целые сутки. Давайте заглянем в ванночку, где реставрация нашей мышки была. Итак, порошок детский для белого белья, да, Вань? И сода. И мышка, которая там провалялась определенное время. Давайте посмотрим. По-моему, хоть бы... Вообще без разницы, судя по всему. Знаешь, яичко какое было, таким и осталось. А другой момент, я в комментариях почитал, возможно, таким цветом и была. У меня просто никогда не было такой мышки. Но кто-то еще порекомендовал в перекись водорода ее закинуть. Да, друзья, миф про то, что порошок. Либо у нас мышка действительно была такого цвета, либо про то, что порошок и сода помогает. Это миф. Это миф, вот, опровергнут. Ничего, по-моему, не изменилось, как было, такое и осталось. Ну да, она немножко повялилась. То есть то, что она теперь максимально обеззаражена, я уверен на 100%. Но, к сожалению, это не помогло ее придать ей, так сказать, чуть более белизны. Вот другой момент. Ничего не отвалилось? Не, ну зато пахнет приятно порошочком. Ладно, пойду промою эту красотку. Слегка разочарован. Абсолютно разочарованное состояние мышки, то, что эксперимент не удался. Приступим к конкретной полезной информации, к практике. Системник на операционном столе, проблема выключается в играх. То есть, вот вы представьте, играете в свою любимую игрушку, получаете максимум счастья от жизни, а возможно, это вообще одна единственная ваша радость, допустим, в танчиках где-нибудь проехаться. И тут бах, все тухнет, радости нету, счастья нету, полное, допустим, если это еще была середина боя, так вообще ножом по сердцу, можно сказать. Вот такого вот лишь за реклама. Что тут делать? Я в шоке просто. Просто бенчмарк смотрел. Продолжая. С этой же проблемой к нам обратился человек, сказал, тухнет комп в играх. Эксперимент проводим, чтобы ваше время не терять. Уже подключена наша SSD-ха, то есть мы сразу откинули вариант, что, допустим, это, ну, скажем так, какие-то программные нюансы и тому подобное. Но, опять же, если системник просто у вас тухнет, то без синего экрана, скажем, без ошибки, то это проблема по питанию. По питанию заглядываем сюда, давай сразу посмотрим, что у нас за основа. Ныряем. У нас мамка под видеокартой не видно, но это 1150 мамка, здесь i7 4770, офигенно шикарный проц. И вы сразу спросите, а что он с такой башенкой стоит? Ну вот такие вот легкие извращения. Мамка у нас, понятное дело, без овощей, охлаждения VRM, все что угодно, причем 4770, но требует хоть что-то более, чуть более серьезного, но суть не в этом. Видюха 760, старенькая, в общем, 4770, это опять же, это 14 год, старенький проц, но очень мощный, очень прожорливый. 760, примерно тех же годов видеокарта, тоже достаточно прожорливая. И блок VX600, Аэркул наш любимый. Собственно говоря, у нас есть компоненты, которые видюха, неизвестно, уже достаточно старенькая, сколько ей, в каком состоянии может вырубаться без проблем. Блок VX600, и тоже старичочек, тоже могут быть с ним проблемы. И плюс еще, понятное дело, у нас супер жаркий проц на слабом охлаждении, на очень простой матери. То есть, на самом деле, и мать, и видюха, и блок все могут отвечать этот вопрос. Опять же, не чтобы вы не теряли время, мы выяснили. Что тут, собственно говоря, делать? Запускаем, допустим, по сети стресс-тест. Прямо вот так вот, смело, сразу. И я вам наглядно продемонстрирую, что сейчас происходит с этим системничком. Давай, красавчик, ты справишься. Пауэр-тест врубаем. Как раз пауэр-тест — это самый, наверное, мощный тест, который нагружает. И блок питания, и видюху, и прочее. Все вместе. То есть мы максимум сейчас прожорливости из блока питания возьмем. Включаем. Ждем буквально 10 секунд, я вас пока развлеку каким-нибудь анекдотом. Про то, что я не успел рассказать вам анекдот. Одна секунда, поехали, старт стресс-теста. Бах! Все, ноутбук, системник полностью потух. Соответственно, и пошел в перезагрузку. Сразу скажу, не теряя опять же вашего времени сегодня. Видеокарта полностью протестирована в нашем стресс-тесте. 760-я здесь видеокарточка. Чувствую себя более чем прекрасно. Вся система работает максимально стабильно на другом блоке. То есть, естественно, нас в данной связке, еще раз наведись на него, подвел великий и всемогущий Аэркул VX600. Теперь задача решить, что нам делать. Менять этот Аэркул, либо посмотреть, попытаться отремонтировать. Это вопрос всегда неоднозначный. Блок тоже старый. Да, блочок достаточно старый, конкретно эта модель. Сейчас посмотрим даже какой год. В любом случае, доставим сейчас этот блок питания, посмотрим, что с ним включилось. Можно ли наглядно что-то посмотреть. И к тому же вы давно не видели Сашку, а Сашка по блокам вроде как соображает неплохо. Мы к нему обратимся за помощью, посмотрим, что нам скажет по этому блоку, как он себя ведет. Но перед этим я бы хотел еще... Давайте проведем небольшой вот такой эксперимент. То есть мы знаем, что у нас блок однозначно сразу проседает.
Давай подключим его как раз наш тестер и посмотрим вообще, как он, что у него выдает по двенашке, по пятерке, по тройке. То есть вот такие вот банальные какие-нибудь вещи, которые могут быть, скажем, полезны просто для статистики, чтобы мы понимали. То есть блок однозначно плохо чуть себя чувствует, он не вытягивает нашу связку. То есть он может работать стабильно, абсолютно вне, без нагрузки. Как только дается нагрузка, сразу у нас тухнет. И интересно посмотреть, что при этом чувствует себя напряги по всем линиям. Хоп, давай смотреть с тобой. 12-вольтовая, 11,7. Пятерка нормальная, тройка, то есть нормально. В принципе, так-то, в общем-то, скажешь, ничего страшного. Вроде так посмотришь и должно работать. Поэтому не всегда тут тестер что-то однозначно говорит. Заглядываем внутрь и смотрим, что с этим блоком конкретно произошло. Но в данном случае у нас игры вырубаются, вернее, компьютер вырубается во время игры из-за блока AirCool. Добрались мы до самого блока. Я сразу скажу, я не суперкомпетентный. Да не на меня, вот сюда давай сразу посмотри на этот блочок, как он выглядит изнутри. Я его уже продул. Просто банальный визуальный осмотр, чтобы глаз за что-то зацепился. Допустим, если явно какая-то причина, не знаю, там кондеры бахнувшие, либо еще что-то вздутые. Я своим не суперкомпетентным взглядом здесь ничего не вижу. Ни спереди, ни сзади. Вот, да и огромного опыта у меня ремонта блоков вообще нету. Но команда на той команде, что каждый может друг друга прикрыть. Поэтому мы сейчас идем к человеку, который понимает в них в разы больше, чем я на данный момент. Я всего лишь предположу, допустим, у нас есть факт, то, что блок под нагрузкой тухнет. Я визуально здесь ничего понятного дела не вижу. Стрельну пальцем в небо, скажу, что, допустим, подуставший транс. Трансы, они все всегда подуставшие. Вот, мы давно, кстати, не видели одного парня. Я думаю, нужно с ним поздороваться. Мастер Александр, добро пожаловать. Давно вас народ не видел, очень просил. Привет, Сашка, народ. Тут с ним все отлично, благо. Кстати, сейчас он тоже занят восстановлением блока, только ноутбучного. Потом покажу, что делал и для чего. Отлично. Сашка, здесь у нас причина такая. Под нагрузкой, это AirCool 600-ник, по 12-вольтовой там 400 с копейками лезет. Нагрузка, то есть рубаем стресс-тест, видеокарта рабочая, все рабочее. Мощный проц, достаточно прожорливая видеокарта, он тухнет. Визуально я ничего не вижу, то есть кондеры. У нас есть вроде как приблута, которая емкости все замеряет. В общем, твоя задача своим профессиональным взглядом оценить. Мы тебе, понятное дело, бери сколько времени тебе нужно и приговоришь его к чему-нибудь. И есть ли смысл его восстанавливать, нет ли смысла его восстанавливать и вообще что с ним. И в двух словах расскажешь про этот блок, что ты по нему видишь. Вернемся, соответственно, для вас-то секунда, а для Сашки это будет определенный промежуток времени, после чего он даст какой-нибудь вердикт. Пока Санчес постигает глубину AirCool'а, мы взяли более старшего, младшего, назовем его так, брата. Это XAS 1000-ваттник, бронзовый сертификат, более современный, скажем так, бодрый аппарат. И чтобы вы понимали, что система полностью функционирует и проблемы исключительно в блоке, просто сейчас подкинули другой блок. 10 минут на стресс-тесте в оси сети, правда, наверное, зря столько много, потому что посмотрите на температуры. Температуру CPU, ну, соточка. Соточку мы держим вообще строго. Соточка прям максимально комфортно. Видюха 76, а вот мать, конечно, с процом 4770, это все. Это к тому, вот, когда мощные процы, слабая система охлаждения, конечно. Слава богу, что материнка все-таки еще живет. Но и при этом, смотри, тоже важная информация, тот 600-ник, несмотря на то, что у него вроде как по двенашке там 400 с запасом должно быть, реально он вот 300 ватт. Вот сейчас у нас на говнометре, на ватт-метре 300 ватт, там есть 298. Я вот наведу, чтобы вам было понятно. Сейчас при полной загрузке у нас 298, 299. В общем, максимум в пике этот блок ест примерно в районе 325. И тут 600-ник сказал, не справляюсь, даже по сути половину якобы заявленной своей циферки он не вытягивает.
спустя неопределенное количество времени и волшебства Сашкиного. Сашка, очень просим тебя поделиться, что ты натворил, что ты по блоку скажешь и какие, может, полезные фишечки мы отсюда вынесем. А ты его можешь узнать до этого и после? Конечно, сложно, потому что мы сразу не сняли. Но я вижу то, что кондеры ты поменял. Ну, кондеры-то кондерами. Ну, тут не только кондеры. Да, расскажи, что ты сделал, собственно говоря. В управлении сейчас стоит вместо вот этого куска дерьма. Ага. Вот, стоит нормальный пленочный. Ну, я бы их, если бы я его себе делал, я бы все их поменял. Угу. Вот ты спрашивал, хороший блок или нет. Конечно, хороший. Посмотри характеристики. У него транзюки стоят по 130 ватт. То есть это достаточно хорошая заявка. Угу. А все говорят, вот Aircool. Это, в принципе, тут ничего сложного нет. Простая схема блока питания, очень простой. Хорошо его удобно ремонтировать. Первое, что бросилось? Он между, я сразу скажу, он у нас пищал. Да, то есть он пищал. Прям пищал конкретно. Ну и он на класс немного стал взрослее. То есть что мы сделали? Он стал... с фильтрами помехозащитными, вместо вот этих чудо-перемычек. Угу. То есть перемычки были выброшены, поставлены на места недостающие конденсаторы, дроссели. Здоровые. И теперь он стал как полноценный нормальный блок. Как все нормальные взрослые блоки. По-хорошему, еще нужна у него утечка на этих конденсаторах, но он там, как сказать... Можно и оставить пока, но если бы я его себе делал, я бы поменял. Можно даже увеличить емкость. Угу. Вот, за счет этого можно было бы увеличить токовую основную характеристику, то есть он бы еще мощнее стал. Что у нас по напруге, образно говоря, сейчас по линиям, там 12,5? 12,5 вот у него есть сейчас. Строго, сейчас я видел, нужно, ты на осциллографе все это проверял. Да, сейчас нужно тестировать его, я его нагрузил немного. Лампой, но желательно сейчас нам его протестить, сейчас я это все выпаю и подсоберем. Ставим, да, подсоберем его корпус и посмотрим, что, как он себя ведет. Ну это будет, да, финально. Подарок мне... ему, ага. Две емкости по 2200 вместо у него вот были наборные. Ну вот это в утечке, вот это на 1000, вот это еще кое-как держит. Конденсаторы по входам транзисторов тоже в утечке, ну почему они... такая ситуация с ними получилась, потому что рядом радиатор. Кондёры хоть и 85-градусные, но жара но это делает, вот недоработка конструкции делает у этих ребят, дело. Правильно? Ну, не только у этих ребят, это у всех ребят. В этой ценовой категории, скажем так. Да и не в этой ценовой категории. Просто кто располагает конденсаторы рядом с радиаторами, готовьтесь к их замене через определенное время. Но не через сутки, конечно, и не через год. То есть, чем дальше конденсатор от... радиатора, тем дольше он проработает, потому что они сохнут. То есть пособираем и проверяем, да, получилось, не получилось. Ты скажи, проверяем. Вот какой важный момент, образно говоря. Этот блок в бухе полнорабочий, ну, назовем так, стоит около, ну назовем там, ну, 2500. Вот так вот, скажем, ценник его бушный. Считаешь ли ты целесообразно? Вот, допустим, да, понятно, если мы для себя делаем исключительно в качестве эксперимента, ремонтов, но с точки зрения вот компьютерной мастерской, вот сколько, вот плюс-минус, чтобы его полностью хорошо доработать, чтобы ты был спокоен, сколько на это времени уйдет? Ну, я не знаю, может, еще пару часов. Ну, то есть, минимум надо убить, наверное, часа 4 по-хорошему, вот так вот. 3-4 часа. 3-4 часа. И он будет в огнях. Он будет даже с лучшими характеристиками, чем я. Я его как бы и так немного модернизировал. И его еще есть куда дальше. Сейчас, как ты думаешь, вырубится комп или нет? Нет. Не вырубится, будет стабильно работать. Нет, еще оставим этот паяльник сейчас. Короче, его. Доработаешь. Сколько вот еще, скажи, пожалуйста, вот, допустим, ну, пару часов, грубо говоря, ты своего времени, скажу откровенно, драгоценного на него убил. Сколько адекватный ремонтный ценник, если вот для клиента в конечном итоге? То есть... Бог узнает, я его делал просто... Ну, понятное дело, ради, так сказать, для души интереса, а вообще по факту, целесообразно ли, либо проще другой закинуть? Я тебе скажу так, для каких-то определенных задач, то целесообразно. Угу. Скажу почему. Блок старого образца. Надежность у него выше, чем у современного. Вот у этого конкретно блока будет надежность выше. За счет того, что просто компоненты крупные. И здесь особо нету ничего такого, что как бы, ну, быстро бы вышло из строя, скажем так.
он лишен SMD компонентов. Вот. Поэтому мои рекомендации. Мелочи нет, этот, все удобно. Да, этот блок чинить. Однозначно чинить и дальше им пользоваться. Все, огонь. В общем, дорабатывай, подключаем и проверяем. И это будет концовочка видоса. Огонь. Интрига. Интрига навсегда интригует. Делайте ваши ставки, господа. Бомбанет или не бомбанет. Сашка крутой чувак. Бахнул нам. Там вообще блок, это называется апгрейд блока. Можно смело называть. Вань, вырубится блок или нет? Делаем ставку. Я Саня делал, как он может теперь вырубиться. Антоха. Саня сказал, что не вырубится. Ваня сказал, что не вырубится. Для контраста, Антоха, нам придется с тобой придется, на негативной стороне. Хорошо. Ладно, но это, конечно, интересно. Это реально интригует. Будет или не будет, так, питание у нас подключено. СДК на месте, видюха на месте, мать на месте, прос на месте. Давай. Шнурок. Как говорил, огнетушитель рядом. Стартуем. Где? Да, это все подключено, видюха. Видюшка. Запитать видюшку. Фух. Дело мастера боится. Так, погнали. Ну, огромный реально плюс в том, что работает идеально тихо сейчас. Идеально тихо. То есть Сашка его доработал прям максимально конкретно. Так, клавиатурочки у нас нету. То есть наша задача его также в стресс-тест уйдет. Да, сейчас последнее, что мы сделаем для этого видоса, Саш, не уходи. Ты будешь видеть. Вот. Просто нагрузи сейчас стресс-тест, и он должен выкрепить все это дело. Вот. Кондеры поменены. Дросселечки Санька там накинул вообще. То есть там их даже не предусмотрено было. То есть с точки зрения стабилизации, я так понимаю, блок сейчас. Ну там все предусмотрено, да, они же, как всегда, экономят. Просто сэкономили. Сашка докидал то, что могли докидать производители, собственно, прокачал блок более высокий. Ну давайте. Вертушечка крутится, есть. Это знаешь такое? Ну, давай, я это, с вашего разрешения, кулы возьму, есть. Ну давай. Всем неси. Он врубался практически сразу, то есть буквально стресс-тест, он сразу бахал. Есть. Пауэртест загружен. Ждем Сашку, он берет колу. Вот. И что? Вешу. Чтоб если что, тушить ей, да? Ну, наверное. Санька, ну отпраздновать ремонт Аэркул, знаешь? Аэркул просто, мне кажется, сейчас будет на седьмом небе отчасти. Пауэр, давай, погнали. 9. Обратный отчет. Ушлось. 7, 6, 5. Что-то я волнуюсь так, пацаны, хотя это аэркул какой-то бушный. Ну, погнали. Сань, это успех. Это успех. Так я его еще не допилил, этот блок. Это успех. Но в него немножко денег вложить. И замечательный блок будет. Пару тысяч рублей в него можно вложить, вообще какой-нибудь. Чего пару тысяч? Не пару тысяч. В него надо рублей на под 500 вложить, и он будет в идеале. Ну что же, это. Я тебе скажу, что я даже потом на него гарантию могу дать еще 5 лет. 5 лет? 5 лет. Мы тем что-то да, походу мы где-то свернули не там. Лучше я из него киловатт сделаю. Я из этого блока могу. Я предлагаю сначала звониться клиенту. Сегодня вы что посмотрели? Успешный успех в исполнении Александра. Блок VX600 ожил. Не вырубается. Понятное дело, стресс-тест их немножко поработает, но по сравнению с тем, что было, это, в общем, 5 лет гарантии уже дали. Задача отзвониться клиенту. Ваша задача сегодня в комментариях. Во-первых, безусловно, респектоз проявить, а во-вторых, написать адекватный, потому что клиенту мы еще не отзванивались. То есть сейчас можно звонить, сказать, блок можно отремонтировать, а какой адекватный ценник ремонта этого блока, учитывая то, что ему надо реально уделить на там, часа 3-4 минимум, и плюс запчастей, ну я тебе так скажу, это минимум на 500 рублей, потому что вот эти хорошие, если кондеры мы берем японские. Да, я бы поставил хорошие кондеры однозначно. Самые, как сказать, то есть там один, грубо говоря, запчастей на нем минимум 1500, и плюс еще 3-4 часа работы лучшего мастера. Во-первых, все 100-градусные, вместо 85, то есть я бы высыпал вообще все, что там есть. Вытряхнул и туда наполнил пленочные, заменил бы на пленочные те, которые там вот эта муть. Ну, я тебе уже показывал. Да. Это все выбросить и поставить нормальные пленочные 100-вольтовые.
А остальное все, как бы кондеры вот входные поменять, думаю, на какие-нибудь бодрящие. Где-то градусов. Кулачок, смотри-ка. Кулачок, четко. Что сказать, это всегда приятно, когда техника оживает. В данном случае, на самом деле, как бы я поступил, без зазрения совести, вот приносит такую модель, это скорее исключение было для видео. Зачастую, если мы говорим, да, тут еще 600, как бы, ну, целесообразно, да, неплохой сам по себе блок. Но зачастую, если более слабый, более дешевый блок, время работы мастера крутого, запчасти и ценник выходит его ремонт, ну, грубо говоря, там рубля под 2, допустим, что нецелесообразно абсолютно, то есть проще ставить другой. А новый сколько такой стоит? Такой конкретно новый ты не купишь, ну, скажем так, ну, в районе... Ну, 600 район. Такой же. Да, скажем, в районе 3. И если ремонт 2, то совсем, вот. Да? Ну, то есть, да, такое, на кране уже все это дело становится, потому что в данном случае это интересно с точки зрения, опять же, опыта, показали то, что действительно можно. Ну, Сашка доработал, опять же, Сашке только дай, он может вообще из любого, по сути, это основа. Ты можешь ее апгрейдить, дорабатывать, и для себя, если заморочиться, то можно сделать реально офигенную штуковину, чтобы служило долго и счастливо. Да, это только если для каких-то своих нужд его, он очень хорош в плане апгрейда. То есть можно с него выбросить все, что-то туда добавить, дополнить, и он будет уже для твоих целей служить. То есть ему можно повысить надежность, это первое, потом сделать его мощнее. То есть у него есть там ресурс, куда его гнать. Это к тому, что, несмотря на то, что сегодня подвел Airpool клиента, назвать его плохим ни в коем случае нельзя. Действительно, очень ремонтопригодный аппарат. Еще будет служить долго и счастливо. Фу, все, надеюсь, на этом было круто. Еще раз, Саня, к тебе огромный респектос. Можно сделать, ничего страшного. Вот, с вами увидимся в следующем видео. Пишите, что насчет этого блочка думаете. Обязательно мы должны еще отзвониться клиенту, что клиенту сказать, какой ценник называть за ремонт и обслуживание такого недорогого блока. Сейчас магазины закрыты, и потом еще будет, покажу ремонт другого блока, ну, более мощного. Договорились. Все, респектос, спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.